Лошарик, да? Этот лошарик... Вот это улетел, ребят, это было эпично. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. The Robit, Quest, Slava Peter, King on Fire, Pirate, Jacket Move. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем Garry's Mod, карта Лабиринт. Будут гоняться за вами, за нами и за всеми монстры Хендерсона. Пацаны, скажите крутые слова. Добро. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем погоню. Так что, ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал и хорошего вам настроения и просмотра. Ой, я знаю, я сейчас запрыгну, короче, на бортик. Из бортика на этот бортик. Ага, не тянет программу. Ой-ой-ой-ой, как я высоко могу прям с разбега перепрыгивать. Куча, смотрите как. Так, если я вижу, кто-то будет читерить, я буду убивать. Кого я беру? Кого я убиваю, тоже берет монстра Хендерсона. Желательно кэт-дога или какого-то еще. Даже можете сиреноголового брать. Будет, мне кажется, очень прикольно. Нет, летающего свина нельзя брать. Что-что? Вон на бортике залазит. Да, только каким образом ты это сделаешь? Ну, с помощью цыганской магии. Нет, цыганскую магию использовать тоже нельзя. Я поймал. Можно мексиканскую магию только использовать. Мексиканскую магию. Слышь ты! Бомжинянок! Слышь, иди сюда, я тебя поймаю! Быстро иди сюда! Ребята, это как-то нечестно. Он очень хорошо играет. Я люблю играть, когда плохо играют. Плохо играю. А как тебя убить? Я тебе хочу ногой под жопник дать. Больно вообще-то. Так что давай, бери опять это монстра Хендерсона. Такого как я или... Сиреноголового. И будем вместе ходить и мочить хлопцев. Слышь, я тебя не упущу. Я тебя не Ах ты, шмах. Ты сейчас сам себя в тупик загонишь. Зря ты это делаешь. Я сейчас, ребята, выхвачу, как его ударить правильно, чтобы наперед это было. Слышь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, было бы прикольно. Американскую магию? Ну, можешь. Давай, Дэвид Копперфилд, покажи вещи. Слышишь? За углом подыш... Ах ты, пилда. Че, вы на вышке залазите? На вышке залазите, не? Ой, давайте залезу на вышку, ребята. Мне кажется, с вышки будет намного интереснее. Пацаны, я вас спасаю. Димас гонится всю катку со мной, а вы там отдыхаете. Давайте, отдыхайте, отдыхайте. Я сейчас вас всех замочу. Давай, давай, иди сюда. О, ах ты тварь. Смотрите, скинул меня метким выстрелом по яелам. А ну иди сюда. Слышь, тяжело играть за этого челепиздрика. Прям, знаете, прям надо уметь попасть. Хе-хе-хе. Ах ты жопа бомжатская. Кто проигрывает, тоже берет сиреноголового. Или монстров. Потому что проигрыш тоже считается... За проигрыш. Ну, смерть. Слышь, ты обманулха. Заман... Ах ты. Ах ты, ах ты, ах ты. Все, я спрыгнул. Убил? Я убил? Ах ты. А, я прыгаю до этого, до Спайдермена. Жди меня. Я пошутил. Слышь, ты, стрелок ворошиловский. Нельзя, я буду орать на тебя. О! Слышь? Ай! А-а-а, ты меня скинула! Ну чё, я иду. Давай, 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 мочи, давайте вместе. Вот он, давай, все вместе за ним. Красота, ребята, сразу видно, поставили лайкосик, поэтому я убил уже двоих. Вот, давайте, короче, на вышку. Давайте, все монстры на вышку. Вышку, алло, Слава Питер, есть, давай,
Давай, давай, надо, чтоб один внизу стоял, а другие скидывали. Да, да, испоганься, еще раз. Я тебя сейчас убью, все равно. Где там сирена, гало, монстры, где вы там? Ого. Дурак, что... Эй, без фанатизма. Давай, лезь наверх, а я его буду ждать. Я все-таки более опытней. Эй, я тебя сейчас орать буду. Ну, ребята, ну давайте их мочить дружно. Давайте, вы вдвоем на две вышки лезьте, а я буду внизу ждать. Когда он будет падать, я прям на ход ему дам удар. А можно пользоваться нычками? Нычками? Ну ты там всю серию просидишь. Эй! Он лезет. Блин, нельзя ударить, когда он лезет по ступенькам. В этом есть большое преимущество. Вижу, а, это свой падает, уже хотел лупашить. Слышь, ты, падай уже. Слышь, да? Ах ты, блин, бортовой человек. Все за ним, оно. Иди сюда. Быстро, я тебя сейчас буду мочить. Ах ты, блин, я не могу. В воздухе не могу. Слышишь, ты, обануха, замануха. Послышишь? Эй, я буду орать. Давай. А, короче, давайте, когда останется последний, он сможет использовать оружие. А, я уже использовал. А ты не последний, поэтому пока и не надо использовать. Когда один останется, выживший. Помогите мне один. Да блин, не можем его убить. Ты, слышь, ты. Давай, лабиринта боишься, я тебя знаю. Но можно пострелять ему. Я думал, он упадет. Ну чё, я, короче, к вам прыгаю. А где? О, сиреноголовый там появился под вышкой, я только сейчас увидел. А чё он такой? Он видит по лестнице. А, я не допрыгнул! Давай, сиреноголовый, лезь по лестнице, такой кабан жирный. Чё он лезет-то, алё? Ветная лестница. А кто последний остался, ребят, кто? А кто? Не, вас ещё двое. Оно и Спайдермен ещё. А где оно? Вижу, по бортику бегает. А, я по бортикам бегаю. Ой, а кто сиреноголовый взял? Мне сиреноголовый надо опасаться. Слышь, иди сюда. Так. Я вижу, что у него особо выбора нету-то. Самописец, ты мечом. Так. Ну что ты? Давай, иди сюда. Ну, ребята, ну как его убить? Надь. Слышь, оно, я тебя сейчас помню. Это я вообще-то. Слышь, ты, умирай уже. Да чё не могу попасть? Лошарик, конечно. Лошарик, да? Этот лошарик... Вот это улетел, ребята, это было эпично. Видели, как он сальтуху сделал, а говорить не умеет? О, убийца шкафов. Это мои шкафы, я там... Твои шкафы на параша, это мои шкафы. Это ты их ставишь, чтобы залазить, да? Димас, привет. Да. Будь мой умный, тут же прыжок огромный. Я на бортики залез. Давай. Слышь? Мочи его! Давай, иди сюда! Ну, ребята, ну мы сейчас его убьем. Ах ты, поджопника тебе хочу дать. Слышь, а он один остался или еще кто-то живой? Он остался один. И я. Ага, я знал, я проверял, видите? Да слышишь, ты. Тут там могила моя там стоит. Подлез, там твоя могила лежит, я видел. Будет сейчас могила ложиться. На, отлично, ребята, я сегодня в ударе. Четверых уже убил. Так, кто остался еще из живых? Спайдермен. Все, ты можешь использовать оружие, ты один остался. Спайдермен, он такой прикольный. Спайдермен. Внизу там Хондерсона.
А я не вижу этого Спайдермена, вы видите? Ну вот, на вышке. На вышке? Да, на вышке. Я его буду внизу ждать, давай. Ожидаю, ожидаю. Только ты залезь еще сначала. Один залезает, он прыгает, другой его ловит. Давай, давай. Он скинул. Ребята, он скидывает наших. Вот подлец. Я его не вижу, где он. Короче, надо, чтобы двое внизу были, а двое лезло. А давай, короче, да он скидывает. А как он скидывает? Я люблю летать. О, подожди, а если я возьму это, он может по стенке лазить? Он перепрыгнул. А, не лазит, он по стенке каким-то образом лазит, нет. Хорошо, будем за этого дальше играть. Где он, где он? Он на другой вышке. Вижу, вижу, вижу. Давайте, короче, кто будет, давайте, сиреноголову внизу. Давайте, я жду его. Я его скинул. Вон он, внизу, внизу, все за ним, все за ним. Давай, 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 прыгай. Он так хорошо играет прям, смотрите. А эй, ты, ну да, он может оружие использовать, поэтому ему разрешено. А он летает, он за мяча. Так. Окружаем, окружаем его. Вижу его, вон он, по бортику. Да вижу, вижу, вижу. Слышь, как его поймать? Давай прекращай это использовать оружие. Давай скилл свой, безоружейный. Короче, стреляй по нам, но оружие не надо, которое Star Wars меч использовать. Это же нечестно, по сути. Ого! Сам себя убил! Ну что, ребята, давайте вот тут встречаемся, возле башен. Все берут монстров Хендерсона, и каждый играет сам за себя. Готовы? Эпичная, ребята, битва. Подождите, я запутался. А можно взять сосиску? Да, нет, только монстров Хендерсона. Я запутался. Можно взять Хендерсона. 3, 2, 1. Битва началась. Кто проигрывает, не участвует. Обидно. Один есть. Одного вырубил сразу. Давай. Второй есть. Ах ты, Глобанг! Да что ты? Это же честно. Так, ребята, я лечу смотреть, кто же выиграет из них. Мне интересно. Блин! Кто остался? Кто остался в живых? King on Fire, ты задрал, то ты во всех битвах, где дуэль, ты выигрываешь. А, нет, сюда взрывы не долетят. Это, ребята, эпично. Как вы любите? Ну чё, давайте, последняя дуэль. Я всё-таки надеюсь, что из вас кто-то выиграет. Да, сиреноголовый ни о чём. Иди, он уже на жопе скользи. Ого, он отталкивает их. А ты когда меняешь, ты жизни пополняешь себе. Ах ты хитрый. Да всё равно он меня убивает, я не могу на него навестись. Мочи, мочи этого подлеца. Улетайте, улетайте! Они живые, это не тот пак. Ого, какая красота. Ребята, давно мы не взрывали мощные бомбежки. Украинская бимба. Бегим. Ну что, пацаны, давайте, пока. По башке! Ты живой? Я живой тоже. Так а кто выиграл, так и не понял. Я живой. Я тоже живой. Да вы должны умереть, уже столько бомб сбросил. А я не... Да. Давай, самый ядерный, самый сильный бомб. Я подожду. О, я знаю, ребята. Сейчас я взорву. Я так, летаю. У нас есть... Угу. У нас есть банки, которые там... А... Это банку? Она, мне кажется, не всех убивает, или всех? А там есть, прям, вот там есть ракет, этот, ядерная бомба, который прям, это вообще, одной хватит даже бомбы, наверное. А побольше бомбы не взорвало? Меня не убило. Там на картинке все, типа, бомбы. Прощайте. 3, 2... Вот, блин, в воду попало, отсырело. А, ты в воду попал? А ты в воде там ее спал? Да что она в воду ли...
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.